Мы сейчас еще возьмем, одна тема есть, это все мамы спрашивают детей. С аутизмом есть тема, которая называется «Нано-бальзам от компании Global Trend Казахстан». Есть ли такая штука, насколько она эффективна? Какая-то там штука есть, толковая, компонент какой-то. Угу. Сейчас пытаюсь уловить. Что-то растительное идет. Угу. Как, какую-то помощь оказывать сможет. Вот что-то там растительное, что есть ягоды. Угу. Но ягоды не берут для использования, как угу. листья, что ли. Угу. Там маленький-маленький процент этого. Угу. Вот оно почему-то эффективно. Сейчас я хочу вот выделить, на что это влияет. Почему-то как брусника, вот похоже такое идет. Угу. Блин, прям всем аутистам бруснику прописать. То есть брусника будет заходить, а как она будет влиять? Что он все тело вот передрагивает аж так, такими волнами. Угу. Именно от ягод, да? Да, или... от ягод. Ага. А вот в этом бальзаме что-то как растительное от этого есть. Угу. Или вид, брусни, ну что-то такое, вот компоненты какие-то такие. Угу. Сейчас, вот брусника что-то зацепило. Для электрических соединений. Угу. Брусники, катализатор. Угу. Вот, вот просто как какие слова идут, вот говорю, хоть не улавливаю смысла. Так, а бальзам этот. Ничего такого. То есть просто ягод поесть или чай, больше, брусник, больше эффектов, больше тысячу эффектов. Раз. Ага. То есть брусничник это нарезать можно в любой момент насобирать. И его очень много в лесах растет. Чай тут нормально, тоже травяной. Да. Угу. А это что-то не идет, ничего. Никак. Угу. Не, не стоит. Ну, пустота просто. Угу. Ну, мелкие дефекты какие-то. Угу.